Юрий Николаевич, впечатление о сегодняшней игре? Хороший спарринг. Просто немножко понятно, две большие разницы. Команда поляков готовится уже, у них последний спарринг, и у них уже 9 февраля, насколько я знаю, это начинается уже вроде бы игры. И они уже подводят команду к чемпионату. У нас наоборот, этот сбор самый тяжелый под нагрузками. По две тренировки, даже сегодня тренировка была. Поэтому, конечно, поляки выглядели свежее. Хотя, не забей, мы сами себе, как говорится, создали вот эти моменты. Сначала штрафной, потом вот этот пенальти. Может быть, все по-другому. Плюс, я думаю, все-таки первый тайм чуть-чуть неправильно играли. Мы пытались подсказать, проиграли команду Пясту во владение мячом, плюс не доигрывали некоторые футболисты, не буду пока вдаваться в фамилии. Поэтому и такой результат. Когда после перерыва вышли, тот же состав 15 минут первого-второго тайма, уже совсем другая игра. То есть тех моментов у поляков уже не было. Ну, а те ребята, кто вышел на 30 минут, достаточно грамотно сыграли, могли и забить. В принципе, вообще не дали ничего сделать. Поэтому спарринг есть спарринг. Я рад, что есть хороший спарринг, хорошая команда. Поэтому доволен и спаррингами, и работой ребят, отношениями. Самое важное, у нас все впереди. Мы не будем ни в коем случае снижать те нагрузки, которые даем. Потому что мы понимаем, что нужно хорошо подойти и подготовиться к чемпионату. А сильно отличается первый спарринг со вторым? Посильнее команда. Здесь даже зачем душой кривить? Понятно, что не обижая команду «Спартак» субботится, понятно, что уровень чуть разный, что у «Спартака» субботится, что у «Пяста», потому что «Пяст» не зря год назад были чемпионами, участниками квалификации Лиги чемпионов, поэтому, я думаю, это о чем-то говорит. Да, сейчас они на 6-м месте, но у них еще там борьба вся впереди. Насколько я смотрел чемпионат Польши, там всегда у них борьба до последнего идет, 5-6 команд за чемпионство, за призовые места, поэтому хорошая и такая вышкаленная команда, тактически и физически хорошо готова. Сказались травмы наши? Есть у нас три человека, которые не участвовали по травмам. Это и Рома Бегунов, я думал сегодня все-таки дать ему, потому что ту игру неплохо выглядел. Микротравма. Есть Дарко Бодл с микротравмой, надеюсь, уже вот после, еще завтра и послезавтра уже начнет работать в группе. Плюс у Ивановича также травма сейчас на обследование отправили, посмотреть что-то. Поэтому понятно, что, тем не менее, я рад и за молодежь нашу. Достаточно неплохой уровень показывает тот же Саша Булычев, тот же Женя Козел. Сегодня, кстати, мог и забить. Поэтому все нормально, работа. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Удачи.